не иметь возможности пользоваться ни питьевой, ни поливочной водой. С такой проблемой уже не первый год живут в поселке Красный Октябрь Среднеохтубинского района. Перебои с водоснабжением не дают людям завести свое подсобное хозяйство и высадить огород, а за водой для домочадцев приходится ездить за полкилометра. В Красном Октябре побывала наша съемочная группа. Репортаж Людмилы Кухаревой. Сегодня нам несказанно повезло, потому что непогода. Вот весь напор воды. То есть в душ вода не идет, не переключается. Не искупаться, не помыться. Вода в домах Красного Октября такая же редкость, как и дожди в этом степном поселке. Поэтому стиральная машинка пылится в углу. Для семьи, в которой двое маленьких детей, Юлия Заславская стирает вручную. На хозяйство и питье муж возит воду из колонки за полкилометра. Хорошо, что есть машина. Маленькие дети летом гуляют, приходят грязные. Купаем мы их в тазике, воду греем в чайнике. За что платим деньги, неизвестно. На большом огороде семьи Заславских нет привычных огурцов, помидоров и картошки, чем так славится деревня. Кроме собаки, больше никакой живности. Да и не у них одних. Чего ради сажать или заводить скотину, возмущаются люди. Воды все равно нет. Мы специально собрали подписи по своей улице, прошлись, нету воды. Почему у нас так, я не знаю. Насосная станция своя. Эти перебои с питьевой и с поливочной водой в Красном Октябре уже не один год. Хотя местные коммунальные службы регулярно выставляют счета за якобы потребленные услуги, которые обходятся местному населению, мягко говоря, недешево. Причем тарифы на питьевую воду гораздо ниже, чем на поливочную. Цену в этом году на поливную воду нам установили 460 рублей. Но я звонила в Ахтубе, у меня живут там знакомые. В Ахтубе таких цен на поливную воду нет. В Рахинке, соседнее село рядом, тоже не такая цена. Там у них стоит с чем-то 160, что ли, рублей сотка стоит. В Погромное тоже рядом село, тоже нет таких цен. Я не знаю, откуда у нас ЖКХ и администрация установили такие цены. Это вообще не... С подобными вопросами жители не раз обращались к местным властям. Этот импровизированный митинг у поселкового ЖКХ, впрочем, как и всегда, не принес результатов. Будем писать в прокуратуру и в районную администрацию, настроенные активисты. Надеются, что правда все-таки будет на их стороне, а в домах появится долгожданная вода. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Среднеохтубинского района.